Let's go to the party! Давай пойдем на вечеринку. Когда мы хотим в английском языке предложить что-то сделать кому-то, мы можем использовать очень крутую классную структуру let's. И будем ее использовать с каким-либо глаголом, просто глагол, который мы берем из словаря. Например, пойдем на вечеринку. Let's go to the party. Давай сходим в кино. Let's go to the movie theater. Or let's go to the cinema. Давай посмотрим в окно. Let's have a look at the window. Давай просто взглянем. Let's have a look. Давай немножечко отдохнем. Let's have some rest. Let's call her right now. Давай позвоним ей прямо сейчас. Ой, еще можно сказать, что let's — это неправильный глагол. Let, и он из группы любимой. Но это в другом видео. Let's like and comment my video, and of course, let's tag your friend. See you in Pure English, achieve your results. Bye-bye.